Сургутяне выберут дороги, которые дополнительно отремонтируют в следующем году. Городские власти запустили опрос. Всего в список попали 11 дорог. Три из них войдут в план по ремонтной кампании 2024 года. Финансировать планируют за счет субсидий из окружного бюджета. Издание «Сургутская трибуна» отмечает, что дольше всего ремонта не было на Ленинском проспекте и на улице Музейной. Остальные дороги ремонтировались относительно недавно, с 2011 по 2019 год. Однако тоже нуждаются в обновлении. Отдать свой голос можно за три участка. Опрос проходит на портале администрации Сургута. Он продлится до 5 сентября.